именем Господним, высокопресвященнейшим Владыко, кланяемся Тебе, кланяемся, благослови. Царство и сила и слава. Аминь.
прославят Отца нашего, и же есть на небесе, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благослови.
Вся в ограде, в стране.
презри с небесе и вижди, и посети виноград сей, и утверди, и его же насадил еси, его же насади десница твоя. Ближе к сущей линии у Тиев.
ученицы, слышавши, яко Петр есть в ней, послаше два мужа к нему, молящие его, не обленитеся прийти до них. Воскав же Петр, иди с ним, его же пришедше, возведоша в горницу, и приставши ему вся вдовица плачуща, и показующа ризы одежды, и ликотворяши с ними сущи серна. Изгнавши вон вся, Петр, преклонь колено, помолися, и обращайся к телу речи, Тавико восстани, она же в ответе очи свои, видевши Петра сети, подавши ей руку, воздвижи ее, и призвав святые и вдовицы, постави ее живу, поведано же быть все по всей опи, и мнози вера ваша в Господа. Возьмионы возложи родца Руса, возлобение ниже от церкви, убийцы Якова, брата Иоанна мечем, и видев, яко годе есть иудеем, приложи я тебе Петра, бяг уже дни о пресночни, его же ем, сади в темницу, предав четырем четверицам воинов, стрящи его, хотя попасться, извести его к людям. И оба Петра, стрижав в темнице, молитва же бе прилежно бываема от церкви к Богу о нем, и даже хотяше его извести Ирод, но щитой бе Петр, спя между двема воинами, связан железным оужем от двема, стражи же пред дверьми стрижах у темницы, и си ангел Господень предстай, свет восия в храмине, толкнув же в ребра Петра, воздвижи его глаголя, восстанет вскоре из подошвы ему уже железное с руку. Рече же ангел к нему, припуявшись и вступи в плесницы твоя, сотвори же таку, и глаголу ему облицися в ризу твою и последствиями. И шед след его идяши, не ведяши, яко истина есть, бывший от ангела, мняши же видение зрети, прошедши же первую стражу и вторую, приидоста ко вратом железным, водящим во брат, я же у себе отверзоши саима, и шедши приидоша стогну едину, и аби отступи ангел от него. И Петр бы в себе речи, ныне вем воистину, яко посла Бог ангела своего, и изъят мя из руки Иродовы, и от сего чаяния людей иудейских, и духови твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Твоя, Господи, во век воспою. Насаждение в дому Господне, во дворе Бога нашего просветут.
же первые влазяше по возмущении воды. Здравы ваши, я всем же не думал, одержим бы ваши. Бежит у некий человек, 58 лет, имея в недухе своем. Сего видев Иисус лежащий, и разумев я по много лет, уже и няше в недузе глагола ему. Хочешь и лице выйти, отвещай ему недужный, ей, Господи, человека не имам, да егда возмутится вода, держит мя в купель, егда же прихожду, аз им прежде меня слази, глагола ему Иисус, восстани, возьми одр твой и ходи. И аби здрав бы из человек и всем одр свой, и хождаши, беже суббота в той день, глаголу хужеши доли исцелевшему, суббота есть, и недостойски взять одра твоего. Он же отвеща им, и же мясо твори цело, твой мне речи, возьми одр твой и ходи. Вопросишь же его, кто есть человек, реки ти, возьми одр твой и ходи. Исцелевый же не ведяше, кто есть. Иисус, бо уклонися народу, сущу на месте. О том же обрет его Иисус в церкви и рече ему, все здрав быть, тому не согрешай. Да не больше тить, что будет. Иди же человек, и поведай иудею, яко Иисус есть, и же мя сотвори целу. Рече Господь своим ученикам, и я заповедую вам, да любите друг друга. Аще мир вас ненавидит, ведите, яко мене прежде вас возненавидит. Аще от мира бысти были, мир уго свое любил бы. Яко же от мира несть, но аз, избрав вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Поминайте слово, еже аз рех вам, несть раб, воли Господа своего, аще мене изгнаша и вас и жену, аще слово мое соблюдоша и ваше соблюду, но сия вся творят вам за имя мое, яко не видят пославшего мя. Аще не бых пришел и глаголом им, греха не быша имею, ныне же извинения не имут о грехе своем. Ненавидит меня и отца моего ненавидит. Аще дел не бык сотворил в них, и же им никто же сотворит. Греха не быша имели, ныне же и видишь, и возненавидишь меня и отца моего. Слово, писанное в законе их, яко возненавидишь, а не отунешь. Егда же приидет утешитель его же, аз послю вам от Отца дух истины, и же от Отца исходит, то свидетельствует о мне.
Господи, на Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи,
Причастие Святаго Духа будет со всеми вами. И со Духом Твоим. Горе имеем сердца. Благодарим.
Сегодня за богослужением, братья и сестры, мы слышали отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором рассказывается о расслабленном. В то время пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьей ворот купальни, называемые по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Был же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, либо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Хочется обратить внимание наши с вами, братья и сестры, на то, что вот этот человек, который был расслаблен, который был одержим некой болезнью, 38 лет провел в мучениях, страданиях. Господь говорит, что это было попущено ему за определенный грех. И мы знаем с вами, братья и сестры, что, исходя из опыта и практики духовной жизни, Господь часто посылает болезнь человеку для вразумления, для того, чтобы у него в голове мысли какие-то поправились или искоренились нечестивые какие-то мысли. И хотелось бы обратить внимание на то, что вот этот расслабленный безропотно проводил все эти годы в надежде, в вере и, в общем-то, можно сказать, что и в любви к Богу. И многие учители церковные, толкуя эту притчу, говорят, что расслабленный хоть и телом был расслаблен и одержим болезнью, но душа его была здорова, ибо всегда в нем жила вера, надежда и любовь. Ведь посмотрите, как безропотно, как спокойно и мирно он отвечает Господу на его вопрос: «Хочешь ли здрав быть?» Казалось бы, человек 38 лет лежит, мучается. Но он мирно и тихо отвечает: «Господи, не имам человека, который вержит меня в купель, чтобы я исцелился». Можно дивиться и не только вере и надежде этого человека, но и смирению этого человека. Ведь мы очень часто, когда нас постигают некоторые болезни и скорби, и всякие тяжкие житейские обстоятельства, начинаем роптать, начинаем ослабляться. И даже если к нам кто подходит и спрашивает, как наши дела, мы начинаем говорить всякими такими фразами не совсем приличными: «Да вот дела, какие дела». На самом деле святые отцы так говорят: когда у тебя спрашивают, как дела, говори «слава Богу», и будет слава Богу. Вот можно учиться безропотности и смирению для нас с вами вот в примере этого человека, с одной стороны. Но с другой стороны, очень бы хотелось обратить свое внимание на то, что этот человек столькие годы провел в болезни, и у него была возможность исцелиться, только лишь если бы он вошел в эту купель. Но никто к нему не подошел за эти 38 лет и не помог. И, конечно же, это для нас с вами урок, потому что
Давайте будем чаще задумываться о том, сколько людей вокруг нас, окружающих, нуждаются в нас. Понятно, что этот исцеленный нуждался в Господе. Ему нужен был Господь для исцеления, да. Но и мы можем, словно Господь Иисус Христос, поучаствовать в судьбе неких своих ближних. Конечно же, это касается и помощи бедным, конечно же, это касается и помощи тем людям, которые немощные, прямой, так сказать, помощи. Но с другой стороны, сколько людей в духовном плане нуждаются в нас, нуждаются в нашей теплоте, нуждаются в нашей отзывчивости, нуждаются в том, чтобы мы просто их простили и приняли. Вот об этом хотелось вспомнить в этот день, когда мы вспоминаем эту притчу. И пускай это послужит для нас с вами примером для подражания во все дни нашей жизни. И да поможет нам в этом сам Господь. Аминь. Спасибо. Стегни пуговицу, кто стоишь? Вестный.
раба Божия. Анастасия. На правую руку. На правую руку. Да, Наталья. Наталья, раба Божия. Георгий. Ротик открой. А, стой, кушай, молодец. Скушай. Не вздумай слюни пускать. Скушай, не вздумай слюни пускать. Все, молодец. Владимир. Идите запивать. Кто? Мария. Ну что, палец, сладкий, что ли? Мария, младенец, очищается целый кровь. Машечка, ешь, девочка. Умница. Целый кровью Господа очищается. Поставьте на ножки. На ножки его поставьте. Михаил, младенец, причащается, целый год. Ложбинку держи, вот так. Жизнь, чем еще. Открывай ротик. Умничек. Целый кровью Божьей причащается. Младенец, Симеон. Все, мы сейчас смотрим, воду подними. Подними наверх. Открывай ротик. Вот, открывай. Кожу, закрывай. Все. Кровью Божьей причащается. Красавица. Мария. Полинария. Полинария. Перекрестись правильно, крестись, перекрестись правильно. Давай, на лоб сначала, потом на грудь, потом на плечо. И ручки вот так складывают. Молодец, давай. Как зовут? Руки поверхность. Талия причащает. Георгий, иди кушай, кушай, иди кушай, иди, иди кушай. Маленький, поешь, кушай, кушай. Все, кушай. Вот, вот так и держи, и слюни. Живее, причастники, подходите. Ручки крестообразно складывайте на груди, к ручке крестообразно. Имя. Открывайте руку. Ешьте, идите запивать. Отрок. Подходи. Проводи немножко. Проводи. Игорь. Игорь. Thank you.
благословящая Ты, Господи, освящай на Тебя уповающая, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани, освяти любящие благолепие Дома Твоего, и тех воспрослави божественную Твою силу, и не остави нас уповающих на Тебя, мир мирови Твоему дару, церквам Твоим, священникам, воинству, всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, всякда совершен свыше есть, ходяю Тебе Отцу, Световой Тебе славу, и благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Смертью смерть по праву Иисущим во гробе живот даровавый, истинный Бог наш, молитвами причистия Своей я Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, слава великих и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоуста, святого великомученика Георгия, мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона, священномученика Иоанна, пресвитера, мученика Авраамия Болгарского, праведные Тавифы, священномученика Николая же Верхнем Грутове, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо и человеку любит. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос Христос воскресе из мертвых.
Глеб! Глеб, не торопись! Глеб, не беги сильно! Чё бежите? Вы что? Спортсмены, что ли? Мне по центру или сбоку? Христос воскресе из мертвых! Господу помолимся! Крестик дай сюда, Рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Смерть смерти, смерть поправ! И сущим в гробе живот даровал! Господу помолимся! Рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Из мертвых смерти, смерть поправ! Иисусим в гробе живот даровал! Господу помолимся! Рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Иисусим в гробе живот даровал! Господу помолимся! Рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! 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 Отец Виктор. Содержащие слезы на кресте, и ты не меня кончишь, Иона. Воскресе, Иона. Христос воскресе из мертвых. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть поправ. Иисусе, Боже, не живот дарова. Господу помолимся. Рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Из мертвых смерти, из мертвых прав! Иисусим в гробе живот даровал! Господу помолимся, рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Из мертвых смерти, из мертвых прав! Иисусим в гробе живот даровал! Господу помолимся, рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Господу помолимся, рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Из мертвых смерти, из мертвых поправ! Иисусим в гробе живот даровал! Меня больше сюда попали. Мало, да? Христе Боже, женам миру носится, вещал и радуйтесь, и Твоим апостолам мир даруй, вашим подаяй воскресенье. Господу помолимся, рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Смерть и смерть, если поправ! Несущим в гробе живот дарова. Господу помолимся, рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Смерть к смерти, смерть поправ! Несущим в гробе живот дарова. Господу помолимся, рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Смерть к смерти, смерть поправ! Несущим в гробе живот дарова. Господу помолимся, рцем си! Христос воскресе! Воистину воскресе! Почему мне не смерть, смерть, смерть поправ, и сущим в гробе живот даровал? Идем! Давай, идемте, идемте. Глеб, не торопись. Все нормально. Идем, идем, быстро. Тебе тоже погасли свечи. Чуть живее, батя. Чуть-чуть. Они отстают.
Свечи тоже погасли. Премудрость, прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. И Богу твоему. От Матфея, святого Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Время он едини на десяти ученицы, и дошу в Галилею в гору, а мы же повели им Иисус, и видевши Его, поклонившися Ему, они же усумневшися, и приступли Иисус речеем глаголя, дадеся ми всяка власть на небеси и на земли. Шедше научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учащие их блюсти вся елика заповедах вам, и сия с вами есть во все дни до скончания века. Аминь. Слава тебе, Господи, слава тебе. Воскресение Христово Иже, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному Христу твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение твое мы славим. Ибо если Бог наш, разве тебе и много не знаем, имя твое именуем, придите все верни, поклонимся святому Христову воскресению, всему приди Христом радость всему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распятие Бога тебе, смерть ее, смерть разруши. Премудрость, Христос воскресе из мертвых, смерть. Воскресе. Воистину воскресе. Воду давай. Христос воскресе, смерть и смерть, и смерть побрал, и сущему гробе живут дорога. Господу помолим сердцем си. Христос воскресе. Воистину воскресе. Христос воскресе, смерть и смерть, и смерть побрал, и сущему гробе живут дорога. Господу помолим сердцем си. Христос воскресе. Воистину воскресе. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущего гробе живот оборвал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущего гробе живот оборвал.
Христос воскрес! Смертью смерть попроб. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправы, и сущим во гробе живот даровавый, истинный Бог наш. Молитвами пречистые своей я матери, святых славных и всехвальных апостолов, и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо и человеку любит Христос. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Поздравляю вас с праздником Пасхи Христовой и с нашей сегодняшней пасхальной божественной литургии, что мы вместе с вами совершили нынче. Желаю вам от Господа пасхальной радости. До следующей Пасхи! Спасибо, Господь! Что мы с вами делаем? Имя Отца и Сына и Святого Духа. Бог благословит. Что ты читаешь? Что ты читаешь? Дома читаешь молитвы? Ну, читай, да, читай. Да. Я благословил тебя, перекрестил. Ты что, не видишь? Не видишь ты, что ли? Христов, имя Отца и Сына и Святого Духа. Я чувствую, что это не купил. Да, да, да. Проводите вам еще со ступенек, чтобы сошла в руку. Праздником воскресного дня с Пасхой Христовой. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ну, вы все такие молодые, здоровые, красивые, радостные, праздничные. Дай Бог вам еще целый год такими же праздничными оставаться. И вот эти вот. И вам здоровья. И на всю жизнь.
Повернется, повернется. Ну, нет, на все.